Завод имени Климова признан лидером в сфере импортозамещения. Премию, сделанную в Петербурге, по 9 номинациям вручили в Смольном. Премию учредило правительство города в прошлом году для поддержки промышленного сектора. Среди соискателей на этот раз было 150 компаний. Победителя определил экспертный совет. В номинации импортозамещения победа досталась акционерному обществу «Климов». Предприятие выпускает авиационные двигатели полностью из отечественных комплектующих. Причем это изделие по совокупности технических и технологических факторов является самым сложным в российской мировой промышленности. Все мы ради чего-то работаем, да, то есть не только ради денег. И я уверен, что если бы работали только ради денег, то успехи вот тех, кто чего-то достигает, были бы совершенно другие. Стоит отметить, в прошлом году Александр Ватагин был победителем в номинации «Лучший промышленник года». Также в этот день наградили победителей премии за увеличение производительности труда и за создание новых высокотехнологичных рабочих мест.